В Славицком районе любят и умеют петь. В репертуаре одаренных артистов есть немало песен, которые вошли в Золотой фонд отечественного искусства. И очень важно и приятно, что своим талантом славянские артисты всегда готовы щедро делиться со зрителем. Легендарные хиты Золотого века. Именно так назывался долгожданный концерт. В большой зал городского дома культуры пришли славянцы и гости нашего города. От совсем еще юных до убеленных сединами. Много было молодежи, обладателей пушкинской карты, что дает им возможность посещать такие культурные мероприятия. Конечно, наши зрители уже успели соскучиться по таким концертам. И они пришли сюда с прекрасным настроением. Предвкушении настоящего праздника песни и танца. Теперь я рада, что мы можем куда-то выйти, а тем более сейчас увидеть на концерте наши таланты, людей, детей, которые могут себя реализовать и порадовать публику. Мы очень рады. Хорошая песня, как говорится, строить и жить помогает, а также она помогает отойти от житейских забот и просто отдохнуть и повеселиться. Я очень рада, что в нашем Славянском районе проводятся всякие различные концерты. Мы, старшеклассники из третьей школы, пришли сюда повеселиться. Ожидания зрителей были оправданы. Они услышали прекрасные песни. Некоторые из них были написаны и впервые исполнены в первой трети 20 века. Участники концерта задолго готовились к нему, чтобы показать как известные свои работы, так и что-то новое и заслужить одобрение собравшихся. Мы с радостью принимаем участие в этом концерте в теплый майский день. Рады, что концертная деятельность наконец-то у нас возобновляется. Мы уже соскучились за сценой, соскучились за вот этими теплыми концертами, выступлениями. Мы ждем своих зрителей, и это повышение самооценки, и мы рады радовать зрителей. Это очень важно для нас. Песня «Белые розы» в исполнении Виктора Завьялова никого не оставила равнодушным. Некоторые зрители даже потанцевали под любимую мелодию. Артмикс ярко исполнил песню «Ты лети, моя душа». Они смогли создать романтическое настроение, так необходимое славянцам. Аплодисментами поддержали зрители зажигательное выступление вокального ансамбля «Комплимент». Остается с человеком. Песня не прощается с тобой. Эти слова как нельзя лучше отражают мысли и чувства всех, кто побывал на концертной программе. Трудно не согласиться с мнением благодарных зрителей, что концерт прошел на высоком уровне. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».